что уже перед отъездом не очень хочется, но... Да, у нас сегодня потрясающий вечер. Мы с Наташенькой, сестричкой моей, были в оперном театре. Смотрели просто потрясающее представление. Греческую Зорбу. Ну, хореография на высочайшем уровне, исполнение. А сейчас по таким впечатлениям этого действа проголодались так и решили зайти в ливанский ресторан. Вот. Хотя и некоторые сегодня... хотели да, украинскую. Сегодня, да, я хотела украинскую кухню, но Наташенька захотела ливанскую кухню. И мы сегодня будем кушать ливанское меню. Ну, нам сегодня уже принесли баклажанчики, тут как-то очень интересно, красивенько, фаршированно сделаны. Салат табули, но я его делаю лучше всех. Я специалист по табули. Ты можешь задать советы по мастер-классу шеф-повару. Вот. И что-то у нас тут еще какая-то печеночка очень интересненькая с фруктами. Сейчас попробуем. Так что и ждем мы. Гриль-микс. Вкуснейшее мясо, разное такое. Микс с на гриле овощами. И мы это ждем. Потому что это будет очень вкусно.